Магнитола CD30 2004 года. Буду считывать карпас или секретный код с помощью программатора CH341A. Вместе с прищепочкой удобно будет на микросхемку подключиться. Так, нужно открыть вот эту, снять вот эту крышку. Здесь 4 самореза. Снимаем дисковод. Так, вот она микросхема, которая нам нужна. 95640W6. Теперь берем программатор и вот эту прищепку со шлейфом зажимаем на разъеме 25 SPI. Берем прищепку и теперь фиксируем на микросхеме. Вот так зафиксировал. И сейчас вставляем программатор в USB разъем. Открываем программку CH341A программер и здесь выбираем 25 SPI EEPROM, выбираем Atmel и вот тут в перечне вот этих чипов нужно найти 25640, 95 640 нет, поэтому выбираем 25640. Остается считать. Все, чип считан. И сейчас нужно сохранить. Нажимаем сохранить. Так, сохраняю на рабочий стол. И здесь выбираем формат BIN. Можно подписать. Подпишу 3 двойки. Сохраняем. Запускаем APCOM. Есть. И в любой части вот этого окошка, этой программы, несколько раз клацаем мышкой. Высвечивается новое меню. Здесь, как видим, чтение секретного кода из дампа EEPROM. Выбираем, смотрим внимательно, с какой микросхемы мы считывали. Вот тут микросхема 95640 в моем случае. И ее нужно и выбрать. Два раза клацаем, высвечивается меню, в котором окошко, в котором нужно выбрать файл нашей прошивки. 222 я сохранил. Открываем. И вот он, секретный код сразу показан. 9276. Вот таким вот способом из магнитолы можно считать security код. На этом все. Пока-пока.